Мои дорогие друзья, я себя веду как мужик. И я это осознала совсем недавно. Прошло всего 15 дней трансформации. Я с вами в таком реалити-шоу маленьком. Меня зовут Яна Мартынова. И всего 15 дней я занимаюсь с Татьяной йогой. И всегда у меня была жесткая позиция. Я занимаюсь бизнесом. У меня свой бренд одежды, пляжной, домашней. У меня своя онлайн-школа по рисованию бокситной смолой. Я провожу мастер-классы. И всегда в бизнесе я себя веду реально как мужик. Это мужская позиция, мне это удобно. Мне всегда было уверено, что это правильно. Самое неприятное, что это еще плюс переходит на мою семью. И очень часто я не могу переключиться. И со своим супругом, когда мы обсуждаем рабочего вида, я обсуждаю их часто, потому что я обычно помогаю в его бизнесе. Я тоже себя веду как, не как женщина, да, а как реально партнер-мужчина. И из-за этого постоянно возникают сложности, в том числе у нас с ним в отношениях. После этих занятий я поняла, что я же женщина, в принципе, красивая женщина. И мне захотелось этой легкости, мне захотелось этой нежности. Когда мне этого захотелось, я по-другому посмотрела на свой бизнес, на свой аккаунт. Я увидела, насколько он перенапряжен, насколько он перегружен. Это было заметно в постах, в сторис, в фотографиях. Это было везде. И вот эту всю неделю я прям отказалась от стереотипов, которые были до этого, и я начала добавлять вот эту вот легкость, воздушность и женственность. К чему это привело? Конечно, к тому, что мне появилось еще больше работы, потому что я заметила все недостатки, которые были в моем аккаунте. Я увидела, какие позиции мне нужно убрать вообще из своего аккаунта и какие позиции нужно добавить. Но сейчас у меня четко сформировалось такое мнение, что мой аккаунт, который раньше был непонятно чего, пляжная одежда, домашняя одежда, сейчас это одежда и предметы для вашего отдыха и расслабления. В частности, для отдыха и расслабления девушек. Ну, а также я хочу сделать классные такие боксы, подарочные боксы, когда ваши дорогие мужчины, вы мужчины, наконец-то не будете заморачиваться, что же подарить вашим девушкам. И всегда сможете выбрать классную, качественную, потрясающую, нежную, приятную продукцию, которая понравится всем. Вот такие изменения происходят у меня сейчас. Хотела с вами поделиться. Впереди у меня еще 5,5 месяцев. И на самом деле мне очень интересно, какая я буду в феврале. Пока-пока.